по-быстрому сварить супчик, хотя бы мясо отварить, пока тесто мое подходит, вот это вот для хлеба. Посмотрите, какая прелесть. Пока тесто мое доходит, я быстро сварю бульончик. Ну, не бульончик, ну да, можно сказать и бульончик, но из говядины. В общем, мне нужен говяжий бульон, и мясо у меня здесь вады, не знаю, как по-русски называется. Вот такой шикарный, посмотрите, прозрачный, такой наваристый, очень прекрасный. Хотела сказать сочный бульон, у меня получился, в общем, прелесть, да? Мясо очень хорошо сварилось. Сейчас я мяско достану. Отставим его в сторонку, нарежем и уже начнем. Вот так шикарно выглядит мясцо. Пускай остывает. Потом мы его нарежем тоже. И уже будем выкладывать с овощами. Сначала покажу, что у меня здесь. Я, в общем, беру паприки, баклажаны, кинза, петрушка, один репчатый лук, три средние морковки, фасоль где-то граммов 150. Ну, в общем, один такой неполный пучок. Помидорчиков 4, 5, 6, сколько хотите, и баклажаны. Картошка и, конечно, перечная паста, корейская перечная паста, мы ее обожаем. В общем, вот это все у меня пойдет в мое овощное мясное рагу. Будет такая хорошая, ядреная, густая похлебочка у нас. Итак, приступаем к нарезке овощей и уже продвинемся дальше. В первую очередь нарезать буду лук, потому что его мне придется сразу обжаривать. Так. Можно мелко, можно крупно, как хотите. Лук сразу отправляю в жаровню. Добавляю топленого масла. Вот. Этого будет достаточно. Добавляю чеснок. Сюда же добавляю 1 чайную ложку кучья. Красота! Прелесть, прелесть! И сейчас сюда уже будем бросать помидоры резанные. Пока немножко тушится. Красное мясо. Еще немного. Мясо просто прелесть. Мягкое, абсолютно не разваристое, но во рту тающее прелесть. Мясо перекладываю пока сюда, в эту чашу. Отправляю сюда картошку всю. Баклажаны и все остальные овощи. Фасоль еще сейчас добавим. Фасоль буду нарезать прямо сюда. Красота, да? Все цвета радуги прям. Розовая соль, чайная ложка острого красного перчика, чайная ложка черного перчика, чайная ложка орегано. Ну а теперь заливаем бульоном, в котором мы варили мясо. Так, размешиваем. Ставлю на высокий ход, мне нужно довести до кипения. И уже потом убавлю на средний. Все. Ждем, пока закипит. Вот такие шикарные лепешки получаются, видите, да? Прям прелесть.
какая прелесть. Пока у меня супчик варится там, мою рагу, я здесь, видите, на двух, или даже нет, на трех фронтах и лепешки пеку, и суп делаю, в общем, все делаю. Так, сейчас перейдем. У меня здесь лежат они, я убрала их с бумаги, нехорошо мне было на бумаге. Тяжело приходилось снимать, так что я их сняла с бумаги и сделала просто без. Сейчас начнем делать. Подбиваю, выбираю и вот так вот руками раскрываю просто. Видите, она здесь туда-сюда ходит. У меня прыгаю обязательно. Сейчас поближе. Обсыпаю и отправляю выпекаться в печку. И в печку. Шикарно, как кипит, как шикарно кипит, прям томится в собственном соусе. Вот такая прелесть. Картошка уже все готово, девочки, оно уже дошло. Я сейчас добавлю немножко зелени. Я ее уже настрогала. Еще раз перемешаю. Это будет очень вкусно с лепешками, с сыром. Просто сказка будет. Не обед, а сказка. Ну а теперь начну выкладывать мяско. Аккуратненько, аккуратненько. Вот такая прелесть получается. Еще чуть-чуть зелень сверху. Закрываем, оставляем томиться еще 10 минут. И потом уже можно подавать. Лепешечки мои готовы. Вот такая прелесть получилась. Посмотрите. Сказочные. А мягенькие они какие. А мягкие. Прелесть. Очень хорошие. Правда, я их еще не пробовала, но по запаху они просто сказочные. И супчик мой тоже готов полностью. Видите, какая красота. Разве это не сказка? Рагу, можно сказать, да? Овощную рагу с говяжьим мясом. Очень такое насыщенное блюдо как раз вот в такие дни. Холодно. Идет Исабель, и мы будем уже кушать. Я их сейчас переставлю сюда. Наверное, не будет держаться. Ну, поставим вот так вот. Будем так ставить. Лепешки, да, лепешки. Вот такая прелесть сегодня. Сейчас положу. Мягкие и мягкие, просто сказочные. Все, можете приступать. Ладно, теперь попробуем на вкус, посмотрим.
проще. Ищи. Тебе уже можно присвоить звание гроссмейстер хлебобулочных изделий. Точно. Самый высший... Самый высший... Орден. Должность в шахматной иерархии. Шахматный, пап. Я шахматы, где я, где? Мне пускай мишелиновские звезды дадут. Да. Я сама себе напечатаю в этом и поставлю. Ладно, было бы у меня пекарня. Ну, как Римка, скажи, как супчик. Хороший, да? Михаил, зря не кушаешь. Он чай. Кайфуется. И яйцо крашеное ест, гляньте. Да, масло намазал и сыр положил. Молодец. Горячий очень. Изабельки нашей нет еще. Но она тоже подойдет скоро. Варистый такой. Мясо как попробую, мясо какое шикарное. Это знаешь, что за мясо? Это бычок. Юнгэ буле. Молодой бычок. Да, да. Я видел это, да? Что? В интернете видел, ты пасхальный этот пирог сделала. Не бойся, это трехлетней давности. Паза прошлогодний. Неужели ты думаешь, я сделаю и тебе не скажу? Вай, а вот я маме говорю, о, надо пойти. Это старый. Пап, я буду завтра петь. Мы делаем этот, остер бранч будем делать еще раз. Да? В пятницу. Мы уже договорились. С кем? С Артуром. Да. Потому что остер зонтак, мы идем все к Артуру кушать. Да. Мы же уезжаем потом, да. Подожди, в обед, в воскресенье. Ты сказал, утром рано едешь. Да, в понедельник утром рано. Нет, в понедельник утром, но Остермонтак мы уезжаем. Остерзонтак мы у Артура целый день. Он сказал, что приходите уже с утра, яйца будем искать. Я говорю, да, прям сейчас я вот все брошу, приду, буду яйца у тебя искать. Это мы же уже, у нас, говорю, дети уже выросли. Он говорит, ну, поприкалывались бы. Я говорю, не, неохота мне. Ну, просто снимаешь, да, как дети еще? Ну, пускай они сами снимают. Я говорю, у нас я могу зайцев послать наших. Пускай у вас там в огороде бегают. И с ними, да, вы ловите яйца тоже ищите. Он столько смеялся. В общем, в обед я сказала, нет, мы в обед придем. В субботу Вика тоже не может. В субботу Вика будет печь. Подожди, это воскресенье теперь? Да. У вас? Нет. Воскресенье у Артура. Воскресенье у Артура. Да, в пятницу у нас. А, в пятницу. В пятницу мы будем, да, заранее. Просто не да. получается, ну, да? Понятно. Пятницу у вас, а воскресенье да. у Артура. Пятница это будет карфрай так. А вы когда уедете? В понедельник. Первого. Первого мы уезжаем. Он мне сказал, а, опять срыгиваешь, чтобы ничего нет? И я говорю, ты что? Как это? Я же должна традиционный остер бранч сделаю я, не переживай. Он говорит, а я думал, ты срыгнешь опять. Я говорю, почему опять? Всегда же делали каждый год. Он, да-да, ну, говорит, я откуда знаю, может, решилась и в этом году уехать к хорошему. Хлеб прям тает. Вот что значит мука хорошая. Да, когда мука хорошая. Папа, попробуй это помидоры. Это вот эти черные помидоры, полосатые. Они очень-очень вкусные. Ты что, посолил или что там? Просто соль. Просто соль, да. И ничего более. Черные помидоры, но они как мед сладкие. Попробуй. Прямо... Сладко-соленый. Да. Скажи, я такие помидоры еще не ела. Откуда ты купила? В Лидле. Они в упаковке, папа, 5 штук. И стоят ойро 39. 5 штук ойро. Ну, где-то 250 грамм, да? Да-да. Иси говорит, как дешево. Но для графчи это не дешево, это не очень дорого. Это безумно дорого. Она же не понимает, ей кажется, что это мало. 100 грамм. Нет, там, по-моему, 250 граммов, если я не ошибаюсь. Но очень вкусные помидоры, прям. Я потом вытащу, посажу. Не знаю, пойдет у меня, не пойдет. Семена хочу достать. Они по вкусу вот как где это. Семена есть?
Вот там, да, внутри. Оттуда сниму. А ты хочешь оттуда снять? Да, да, да. Я один-два оставлю, чтобы они прямо полтаться такие стали, знаешь? Созрели. Созревшие, да, были. И потом сниму. И посмотрим, пойдет или нет. Мясо шикарное, скажи, Климка. Угу. Прям такое бесподобное мясо. Да что за мясо? Я же тебе говорю, юнге буле, молодой бычок. Ага. Молодой бычок. Идет бычок, качается. Да. Стреляет на ходу. Ой, жизнь моя кончается. Никак не упаду. Никак не упаду. Ну, я... Мой суп уже остыл. Смотрите. Сейчас буду кушать. Такие вещи рассказывали деткам. Сегодняшние хлебушки будем разрезать и пробовать. О, какие мои красавцы получились!